Перевод Оксилупс. Озвучила Кадзе. Приятного просмотра. О, готово. Работает? Мы в эфире. Наконец-то. Работает? Да. Всем привет. О, я очень давно ждал шанса приехать на стадион Саджик и сыграть первую подачу. Но с тех пор, как мы приехали в Пусан, дождь льет как из ведра. Сейчас он прошел, но, к сожалению, игру уже отменили. Хёнджин и Йенни приехали за меня поболеть. Тем не менее, мы не скучали, это точно. Опыт был интересный. С радостного лица Сэнмина не сползала улыбка. Верно. Нам удалось пообщаться с игроками. Серьезно, огромная честь приехать на родной стадион. Здорово было побросать с ними мячи. Очень весело. Очень классный опыт. Знаю, многие зрители пришли поддержать меня сегодня. Но ничего не поделаешь. Надеюсь, что в этом году мне еще выпадет шанс сыграть первую подачу. Я сегодня расстроился, но у меня осталось много отличных впечатлений. Ждите их с нетерпением. Мы вышли в эфир с тяжелым сердцем. Наверняка многие фанаты пришли поддержать Сэнмина. И вдруг такой облом. Двое из них сидят рядом. Конечно, мы не могли не прийти. А какая мы рача? Мы углеводная рача. Углеводная, да. Углеводная рача собралась на матч. Рисовая мука? Да, мука. Матч должен был состояться в Пусане. Поэтому Сэнмин готовился особо усердно. Мы собрались, приехали, и все отменилось. Даже игру не увидели. Мы обязательно еще раз приедем. Да, точно, на следующую игру. Приедем болеть за команду. Надеюсь, в следующий раз у меня будет шанс. Раз уж мы в эфире, давайте пойдем вкусняшки. Меня так тронуло их дружелюбие. Точно. О, правда, они нас так поддержали? Большое спасибо. Для меня это было особой честью. Я болею за них с 8 или 7 лет, то есть почти 17 лет. До сих пор не верится, что мне выпала такая редкая возможность. В детстве, когда я смотрел на них снизу вверх, они казались гигантами. Точно. А теперь я смотрю, и все иначе, чем тогда, когда я был ребенком. Согласен, был в восторге. Совсем другие ощущения. Ты прав. В детстве меня привозили сюда, на стадион Саджик, и все, включая стадион, казалось огромным. Теперь пролетели годы. Я здесь впервые, кстати. О, серьезно? А, точно. Я часто здесь бывал. Я даже хотел приехать сюда в отпуск. Было бы здорово посмотреть здесь матч. Да, здесь круто. Я здесь впервые. Давно собирался сюда съездить. Жалко. Я очень ждал этой игры. Мы сейчас сидим в зрительской ложе. Я хотел бы вам ее показать. Единственное неудобство в том, что если мяч полетит на трибуны, мы не сможем его поймать. Поэтому я всегда сижу на трибунах. Ты ловил когда-нибудь? Не ловил. Он никогда не летел в мою сторону. Так и не поймал? Ни разу. Жалко, конечно. До сих пор не верится, что я здесь. Я сделал много фоток. Мы много сняли. Верно. Интересно, когда мы еще сможем здесь побывать? В следующий раз тебя обязательно пригласят. Все так расстроились. Куда бы мы ни приехали, везде дождь. Точно. Хотя в этот раз было иначе. В последнее время все по-другому. Сказали, что к 3 часам дня будет ясно. Точно. Yeah.
Я перекидывался с игроками этим мечом. Три Сенмина. Это было очень смешно. Три Сенмина. Один Сенмин ловит мяч. Другой Сенмин бросает. А третий Сенмин тренер. Один Сенмин ловил мою подачу. А другой Сенмин давал мне советы. А я Сенмин бросал мяч. Я и ловил, и бросал. Мы с Йеней наблюдали за игрой и такие... Ага. Довольно смешно. Так не упадет? Было бы здорово в следующий раз приехать всем. Да, круто собраться всем вместе. Я не ожидал, что все так будет. Здесь очень классно. В детстве я очень часто ходил смотреть матчи. В Чамсиле. Раз уж мы в Пусане, давайте вкусненько поедим. Посоветую ей. Пойдемте есть гукпап. Гукпап! Гукпап! Я привез свою перчатку. Ким. Она старая. Ты этой перчаткой ловил мячи от другого Сенмина. Короче, я вам все потом расскажу. Было столько всего интересного, что мое огорчение немного утихло. Очень жалко Стей, которые приехали издалека. Эту форму надевают всего раз в год, в честь Дня защиты детей. Покажи им форму. Ой, точно. Ким Сын Мин. Я потом выложу фотографии. Вот такая форма. В общем, я хотел с вами поговорить. Пусть и повод такой неудачный. Нам пора идти. Пойдем поедим. Мы идем есть. Покушаем. Поедим, как следует. Чего делаешь? Хотела показать майку. 208, 208. А, ты же айдол. Ты айдол. Хуан Хён Джин. Ну все, мы пойдем. Всем пока.